У жилого комплекса «Три квартала. Долгая история». Продажи квартир стартовали еще в 2017 году. Тогда ЖК был известен под названием «Новая развилка». Но весной 2018-го строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием. В результате 208 обманутых дольщиков. Благодаря тому, что объект выкупил другой застройщик, возведение домов удалось продолжить. Застройщик прикладывает все усилия для того, чтобы восстановить нарушенные права дольщиков. Сейчас застройщик проводит работу по разделению разрешения на строительство и чтобы каждый дом сдавался по отдельности. Сейчас в жилом комплексе достраиваются 3 17-этажных дома на 255 квартир. Как отмечают застройщики, один корпус на 89% уже готов к сдаче. Побывал на объекте, проверил ход работ заместитель руководителя главгосстройнадзора Московской области Валентин Набиков. На совещании с представителями прокуратуры, администрации округа и застройщика он отметил, что необходимо ускорить темп строительства и увеличить количество рабочих. 27 число. Новые графики, графики закупок ждут, чтобы не было вопросов. Все двигаем влево максимально. Посмотрю потом по срокам, скорректируем свои соответственные графики. Выезды администрации, выезды на объект не прекращать. Держать на полном контроле ход завершения строительства. При возникновении вопросов сразу информировать. Если какие-то вопросы с подрядчиками, еще раз, не хватает людей, где-то вы понимаете, что не вывозите, обращайтесь, звоните, говорите. Будем вам предлагать. Строек много на территории Московской области. Завершение строительства первого корпуса планируется в мае этого года. В комплексе закончены работы по водоснабжению и водоотведению. Построена котельная, проведено электроснабжение. Ведется благоустройство дворовых территорий. Объект взят на особый контроль представителями главгосстройнадзора области с еженедельным видеоотчетом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.